Масштабная авария в Днепре. Один человек погиб, и еще трое получили травмы. 14 машин превратились в груду металла. Таковы последствия отказа тормозов у фуры. Водитель не смог справиться с управлением. Все подробности с места события расскажет Елена Миндалюк. Видеокамера наблюдения, на котором зафиксирован момент ужасной аварии, появилась в сети чуть меньше, чем через час после ДТП. Фура спускается по улице Космической, но перед перекрестком не тормозит. На скорости сносит бусик. Тот улетает в столб. Одновременно задевает Митсубиси. Водитель буса погиб на месте. А вот Юрию Чебанук повезло. За пару секунд после аварии он вышел из машины. Что произошло, понял не сразу. Там стояли машины на светофоре, и он их объезжал. А здесь уже он не справился просто с рулевым управлением. Он уже не смог вывернуть. А здесь стоял я. А та машина, я не понял, как оказалось. Она или за мной стояла, вот та разбитая. Я не знаю. И он меня вот это вот ударил. После этого фуры вылетают на парковку возле супермаркета. Машины, оказавшиеся на ее пути, разлетаются в разные стороны, как кегли. Грузовик остановился, только врезавшись в бетонные плиты. Когда он уже спрыгивал от АТБ, скорость была километров 60. Когда он спрыгивал, я уже тогда отскочил. Не было скрежета, просто разлетались машины, тормозов уже не было. Поэтому был сильный удар уже здесь, где плиты. За считанные секунды неуправляемая фура унесла жизнь одного человека. Еще трое получили травмы. Среди них и сам водитель грузовика. Его доставили в больницу. Говорить с журналистами мужчина отказывается. Прибывшие на место спасатели сразу же залили разбитые машины пеной. Опасность в том, что 12 автомобилей все с различным видом топлива. То есть и дизель топливо, бензин и газ в том числе. То есть при такой температуре малейшая искра при выполнении аварийно-спасательных работ может произойти в дальнейшем возгоранию всех автомобилей. В результате аварии 14 автомобилей превратились в металлолом. И хозяевам повезло. В момент ДТП они были в супермаркете. Дым такие. Или пыль, или дым что-то, и машина выскочила, и машина выжали. По предварительной информации правоохранителей, у грузовика отказали тормоза. Водитель груженного автотранспорта пытался маневрировать и избежать столкновения, у него этого не удалось. Возможно, повторяю, возможно, отказали тормоза. Фура перевозила металлические трубы, была перегружена на 7 тонн. Почему водитель не смог затормозить? Из-за перевеса или технической несправности, выясняют следователи, тест на содержание алкоголя в крови уже провели. По предварительным данным, водитель был трезвым. Сегодня ему исполнилось 62 года. Елена Мадалюк, Евгений Кодницов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.